Ёштын кот! Угу! Мочи козлов! Так-так-так... Всем привет, друзья! С вами Виктор и безбашенный Рико. Мы играем в Just Cause 3, и я пока путешествую вон к тому острову, увидел, что здесь какой-то беглый водитель есть. И решил свалиться ему на голову. Подобрать? Как это сделать? А, на машине. Ух, тихо. Ты что творишь? Нельзя никому звонить. Это ты какой, а? Прием. Есть там кто-нибудь живой? Проклятие. Подобрать. Нужно. Давайте. Давай, смотри, я машину нашел. Она должна быть быстрая. Поехали, парень. Они будут тут с минуты на минуту. Скорее. Ух! Вот эта тачка! Оторвались! Тормози! Вали давай из машины моей. Спасибо, Рико. Не люблю хвастаться, но я крут. Рико, ты вообще огонь. Осторожно! Говорит, не люблю хвастаться, но я крут. Давай! Уху! Ха-ха-ха! Хрена себе! Устроил! Так. Хорошо, ладно, чтобы туда перелететь, давайте закажем немножко со склада повстанцев боеприпасов. Во-первых, вертолет нам новый дали. А во-вторых, двуручное оружие, пистолеты все те же. Особое оружие я пока не могу заказывать, поэтому, ведь военная база заблокирована. Запросить нужно один маячок, у меня он есть. Вот сюда, прям посреди дороги, давай сбрасывай. Где? Бам! Вот это мне нравится, слушайте. Просто огонь. Так, то я просто поправить себе здоровье, я имею в виду подобрать чуть-чуть побольше боеприпасов. Садимся, вертолет, полетели. Давай! Прикольно, он из минигана стреляет. Полетели. Так, ужасная реакция. У, блин, кораблики тут, море, классно. В общем, все очень даже неплохо происходит. Пока, правда, захват не настроили, поэтому, если вы чувствуете, что что-то в видео не так, ну, простите меня. Просто простите. Итак. О, здесь какой-то город, кстати, его можно захватить. Но мы это, я думаю, сейчас и сделаем. Прикольно, кстати, винт сделали. Прям реально не видно, как он делает что-то. А я смогу здесь присесть? Да? Это вам не в Battlefield вертолетом управлять. Итак, загружаемся на новую карту. Оу. Столько лет ушло на создание. Можно было ожидать, что мы не удержим Манею. Вновь занять ее не составит труда. Но потеря Вис-Электора... Ее нельзя оставлять безнаказанной. Верно? Рико Родригес вернулся, порожденный пламенем, из которого поднялась моя власть. Скоро весь мир узнает, на что я способен. Рико дает мне возможность это показать. Но нужен стимул. Город Коста-дель-Порто. Сжечь его! А когда он явится, чтобы защитить людишек,
Убить его! Убить его друга. А. На каждое действие последует решительный ответ. И пылающие угли революции рассыплются в пепел. Так было, и так будет всегда. Использовать танки. Танки? Так, что мне с танками делать? Это типа танк такой? Интересный танк. Корова, корова бежит. Корова-то за что? Охренеть. Ты... Это все из-за тебя. Вы стреляете, играете в войнушку. Не слушай его. За это жгут. Мы делаем то, что должны. Дома. У меня не было выбора. Но я не забуду. Танки мои. Давай в город, Марио. Мы их тебе подадим на тарелочке. Давай. Сейчас будет месиво крошево. Рико, разберись с танками. Я направляюсь в город. Стоп, где мой вертолет? Он тут что здесь был? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, что мне там надо уничтожить? О, круто. Я иду к тебе, танк. Тебе можно войти? Ого, привет, парни. У-ху! Давай, поехали! Тихо-тихо-тихо! У-ху! Так, куда теперь? Где ближайший? Вон он там, вижу. Тихо, куда ты? У-ху! А, тот, в котором я тоже надо уничтожить, ребят. А как это сделать? Вопрос. Бежим. Контрольная Скрико, точка. У меня неприятности. Прием. Нас окружили солдаты Диравелло. Коровка. Бедную коровку убили. Вы посмотрите на нее, она в таком цветочном маковом поле. Ах, вы суки, да дети! Зачем вы коровку убили? Били капута. Я всех сделаю! Всех до единого! А, не ту кнопку нажал. Уху! Я иду к тебе, мой друг Марио! Уху! Вот так умочить козлов! Что? Марио, где ты? Марио, я иду к тебе. Они пытаются тебя убить, Марио, я спасу тебя. Рушетисты идут к нам. Где? На! Падайте гроздями, падлы. А где остальные? Они всех убили. Бастардос. Бастардос. Тут нельзя оставаться. Ублюдки. Валим отсюда. Помочь, но солдат Диравелло слишком много. Не думаю, что кто-то выжил, Рико. Так, и что будем делать? Марио, мы снаружи! Открывай ворота! Выживший. Открывай ворота! Надо отсюда уходить! А где они открываются, я не вижу. Где кнопка-то? Как их открыть? Я не могу войти! Открой ворота! Я тут как приманка! А, использую связывающий трос! Господи, какой же я ракан! Давайте! Заезжайте, ребята!
Ух, чуть меня. Эвакуаторы ждут у Сириллы. Это все? Уведи отсюда, Марио. Я вас прикрою. Давай. Марио, уводись отсюда, я буду вас прикрывать. Догоняем! Черт! Подкрепление! Угу! Гони, давай, давай! Слушай, ни хрена себе вертолет. Я его с пулемета по кабине, а он живучий гад. Все, готов. Приготовься! Ёж ты, кот! Угу! Ха-ха-ха! Мочи, козлов! Ой, еще вертолет! Давай, собачь, прям в лицо ему! Угу! Так, извините, парни. Вам здесь не место. Шел вон, я сказал. Вон. Угу! Жесть, войнуха какая идет. Ой, как FPS проседает. Жесть. Хорош стрелять. Снайпер. На тебе. Ай-я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 й. Больно. Так, сейчас надо вертолет валить. База. Они нас в покое не оставят. Нужно задержать их подкрепление. Прием. Да сейчас. Если мы ничего не предпримем, с базы за нами отправят танки, Рико. Готов? Просто перейди мост. Угу. Нормально, все, оторвались. Еще один вертолет. Трузовик, Рико, трузовик. Что, что? Мерда. Да мерда. Почти на месте. Гони, сраный гони, вертолет. Давай, блин, у меня кончились патроны. Йо. О, чувак. Сировала нас крепко не любит, Амико. Йо. А ведь все жители Коста Дель Порто. Твою налево, а? Я живой. Сировала нам за это ответит, Рико. Я живой. Снова они. Здравствуй, танк. А ну пошли иди ко мне. Месте. Рико, где же ты? Так, вернитесь к транспорту для отступления. Да я еду к вам. У-ху! Они из танка сбил вертолет. Жесть вообще. Не-не-не-не-не, стоять. Нормально. Стоять, я сказал. Что это за танк, который стреляет как миниган, блин? Скорее, Рико, ты нам я еду к вам. Не-не-не, еще 3 минуты, 3 секунды оставалось. Е, успели что ли? Вот это трешняк. Жесть вообще. Вот это экшен. Что-то взрывается, летит. Супер вообще. А там что такое за высокоэтажка? Нормально, справились. Охренеть вообще. Восстание одного человека. Эй, где мой танк? Погодите, я на танк приехал. Ты там? Ты не сказал прием. Прием. Ты не сказал прием. Ага. Слушай, да, я больше не хочу в это играть. Я чувствую себя полным кретином. Когда я тебя увидел, я подумал, что... Ну... Коста дель Порто — наша потеря. Мы проиграли, но мы оправимся от удара. Ты в пещере? На южном берегу Сороса. Здесь скрываются немногие уцелевшие. Дайма тоже здесь. Она хочет с тобой поговорить. Внимание всем! Получено все, понял. Сообщение о нападении. Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. Так, отлично. Тебя никто не вспомнит. Вроде бы всех закололи. Так, куда нам надо? Давайте посмотрим по карте. Слушайте, а можно Сириллу, кстати, освободить? Возможно, это хороший вариант. Давайте освободим городок.
тут всего-то надо. Полицейский участок, пару рекламных щитов и динамику уничтожить. Давай, погнали. Наград за освобождение. Самолет и гараж. Так, полетели. Так, а где тут у вас вся гадость? А, блин, у меня патрон нету ни хрена. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. Ага, закоротило. Так, это что такое? Полицейский участок? Отправка дополнительных сил одобрена. Блин, поддержку вызвали. Подкрепление скоро будет у вас. Стоять бояться. Так, нам надо туда проникнуть. Так, я так понимаю, это полицейский участок, да? И как его захватить? Нанести ущерб. Так, открываем ворота. У, базука. О, изменения. Это хорошо. Йо, тихо. Один выстрел, один дроп. Гаси гадов, пока выходят. Слушай, я тут в каске, блин, какой-то вообще сумасшедший. Е, детка. Так, что тут можно еще взорвать? Откуда вы лезете, гады? Так, пойду посмотрю, что еще есть. Вот они еще сидят, гады, где. Давай! Расписываем всем по чайникам. Так, это что-нибудь можно взорвать? Так. И где тут? И как еще захватить его можно? Может быть, на самом верху? Нет, и на самом верху все захвачено. Хм. Интересный вопрос, что еще сделать надо? Хорошо, пошли рекламные щиты искать. Вот он один. На! Так, а где второй? А, я понял, нужно просто разрушение творить, да? Тишина. Так, второй щит, вон он. Так, ну что, осталось где-то еще найти кого-нибудь. Чтобы нанести ему ущерб. О, давай машину убьем. Кто, говорит, стрелял? Да господи, кого бы убить, а? Ребят, что за беда? Не могу захватить полицейскую станцию, потому что потом нечем. Нечего, ничего. В общем, вы меня поняли. Может, шкаф убить этот? Ай да, а, во. Нашел, наконец-то. Господи, боже мой, а? Так, поднять флаг. А, стоп, вон он, флаг-то уже был. Давай, давай, давай. Поднимай. Поднимай, я сказал. Засранец, вот скачет, а. Нормально, захватили. Мы при помощи таких гонок обучаем наших пилотов. Попробуй, твои успехи мотивируют остальных. Цирилла, полет Аквила, разблокированное испытание. Так, на шаг ближе к свободе. Ну чё, фейерверки. Итак, самолетик. Там, наверное, самолет есть, кстати. Возможно, нам проще туда как-то до самолета добраться. Где это, кстати? Нет, не там, где-то вон там самолетик нарисован. Посмотрим, может тут какой-то маленький самолетик стоит. Excellent.
Три звезды милиции Диравелла сменились в городе Серилла на гордого революционного быка. Без устали бейте врага, братья и сестры. Хорошо, давайте путешествовать потихонечку в сторону... В сторону задачи нашей. Довольно-таки далеко, кстати, надо лететь. Могу ли я туда долететь на парашюте на своем? Вот это вопрос. Йоху! А если так буду летать, то нет. Так, вышечка. Может быть, машину какую-нибудь поймать? Фига себе, там, смотрите, целый город какой-то подземный. Крутяк. А туда можно просто телепортнуться? Такой вопрос. Хотя я ж там не был ни разу. Я думаю, телепортироваться можно только в свободные города. Ух, как далеко лететь, ребята. Я, походу, дело не перелечу. Надо брать вертолет. Ну или яхту. Опа-на, ребят, нашел какую-то скоростную яхту. Ну-ка, давай на нее. Простите, ребят, но мне надо. Кто здесь? Женщина? Отличная погода, чтобы поплавать. Отличная погода, чтобы поплавать. Вот ты гад, а. Погнали. У-ху. Отлично едем. Кто здесь? Давай задавим. Блин, мимо. Блин, мимо. Вот я косипор, а. Хорошо, ладно, двигаемся в сторону точки. Реально шустренькая лодочка. Что мне нравится. С удовольствием еду в сторону маяка. Там маяк. Слушайте, ну игра реально столько позитива выдает, особенно когда ты приходишь после работы и тебе хочется на ком-нибудь сорваться. Включаешь эту игру и начинаешь срываться на всем подряд. Да можно просто взорвать что-нибудь, можно целый город разнести нахрен. И видите, как народа перемочить, да еще кого-нибудь спасти заодно. Вот, вот, супер. Ну-ка, давай, навстречу ему. Какая-то немецкая раскраска была у лодки. Слушайте, как они далеко уехали-то, а? Не могли поближе, что ли, остаться? Ну как так, а? Ладно, я уже почти готов. Я уже почти приехал. Слушайте, вот эту яхту надо было, лодку, надо было закинуть в этот, как его, в гараж. Чтоб потом можно было разобрать. Так, какая-то точка, смотрите. Вновь принадлежит народу. Уху! Привет, парни. Так, где начало? Вот оно. С такими друзьями троеточие. Мы об этом не договаривались, Шелдон. Значит, теперь договорились, Марио. Я не могу. Мне жаль, сынок. Что случилось? Ничего. Вижу, ты нашел повстанцев, Шелдон. Как говорит мой пилот Зигзаг, каждый должен внести свой вклад. И ты же меня знаешь. Меценат года уже много лет подряд. Конечно. Это правда. Например, я только что договорился с повстанцами. Ты их спасаешь, они помогают мне, а я помогаю тебе перемещаться с места на место. Что надо сказать? Спасибо, Шелдон.
Пожалуйста, сынок. Пожалуйста. Так, что же это будет? Ага. Давай, Марио, поговорим. Я выбью из тебя что дурь, это за хрень, недоповстанческую. Он дал мне камлинг. Он нам всем дал по камлинку, сказал, это подарок. Ты мне солгал. Он видел, что нам не победить. Это наша революция, но мы сами. У него в кармане. Марио, я знаю Тома Шелдона. Я с ним много лет работал, но ты, мой друг, ты должен говорить мне правду. Извини. Извини, что я тебя в это втянул. Прощаю. Правильно. Всегда будь начеку, Амико. О, как смешно. Весь мокрый. Подойди. Правильно, с друзьями надо. Бавария. Здесь хранится Баварий лом. Если мы отнимем у врага склад, то ударим в больное место. Нас ждут великие дела. Вероятность мучительной смерти крайне велика. Эй! Я имею в виду для тебя. Сейчас Диравелла самый опасный человек на планете. Мне нужен мой Бавариевый сканер. Мой информатор ждет тебя в Вигилатор Норд. Ну хоть не Вибратор Норд, господи. Так, что такое Вигилатор Норд? Эй, я знаю этого парня. Похоже, у него катер застрял. Поможешь ему? Эй, Рико, море сегодня гневается, приятель. Будь другом, помоги добраться до воды. Да легко. Спасибо, Рико. Я этого не забуду. Да не за что. Рико, давай. Ты можешь использовать такие сигнальные ракеты, чтобы подозвать моих ребят. И они доставят тебя в любую точку острова. Быстро, надежно и даже во время сиесты. Вранья. Даже во время сиесты. Я подвезу сиесты. Тебя в Манею. Оттуда намного ближе до Вигилатор Норд. Пару месяцев назад капитан МДР в Солиане убил моего двоюродного братишку. Так. Только эта тварь попадется мне в руки. Все, ладно, вроде вооружились. Откройте камлинг. Выберите Манею. Так. Быстрое перемещение позволяет перемещаться к испытаниям и поселениям. Для одного перемещения требуется одна сигнальная ракета. Отправляйтесь в Манею. Понял. Нажмите Space и быстрое перемещение. У-у-у. Прям за вертолет зацепился и лечу. Я так и понял. Действительно, я зацепился за вертолет. Так, а что у нас за задача-то, кстати? Куда нам надо? Куда нам по заданию-то надо? Эй! Твою налево! Задание-то вон оно. А, стоп. Стоп, я не понял, что делать-то? А, все, миссия выполнена, ребят. Гениально! Замечательно. Разблокировано быстрое перемещение. Вы теперь быстро перемещаетесь к любому поселению или испытанию. Стоять. Залетай. И что, и куда мне? Все-таки надо, наверное, включиться. Ага, вот она, нашлась точка. Конфликт интересов называется. Инструктаж. Опасаюсь дальнейших успехов программы Диравелла по созданию. Так. Отправляется на встречу со связным повстанцем по имени Луч. Отлично. Давайте так сделаем, ребят. Это была насыщенная Рико, серия. Луч, мой информатор, ждет в Вигилатор Норд. Он поможет тебе найти Бавариевый сканер. Вот-вот. Поэтому я считаю, что нам нужно с вами... немножко прицепиться к горе и отдохнуть. Всем, ребят, спасибо за внимание. Это получилось по времени коротенькая серия, но по насыщению, бам! Просто бомба. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В описании будет ссылка на плейлист. Я жду вас в следующей серии. Пока-пока. Пока-пока, мои повстанческие зрители.